Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, а также случайные зрители. На нашем канале вы наверняка уже смотрели видео, посвященные меченосцам. Меченосец красный, чернохвостный, кахаку, черный меченосец. Но в этот раз я вам покажу меченосца, вобравшего в себя аж три цвета, меченосец кои. Удивительного окраса рыбки, простые и неприхотливые в содержании. Лучшая среди многих мирных рыб для начинающих аквариумистов. Многие из вас уже смотрели наши видео и знают, что название эти рыбки получили из-за нароста на хвосте, который своими очертаниями напоминает меч. Кстати, этих красивейших рыб мы снимаем на видео в компании Aqua Empire, пожалуй, лучшая оптовая розничная компания по продаже аквариумных рыб в Москве и Московской области. Ссылку на сайт компании вы найдете под этим видео. Появлением меченосцы кои обязаны профессиональным селекционерам, и в живой природе данной окраски не встречается. Подбирать аквариум для этих красавцев следует из минимального расчета 3 литра воды на одну особь. Обязательно подмена воды, аэрация и фильтрация. Помните, что чистота аквариума равна долголетию ваших рыб. Комфортная температура воды от 18 до 26 градусов. Кислотность воды 7-8. Жесткость воды от 8 до 24. Если в вашем аквариуме нет других рыб или им не противопоказана соль, то для большего комфорта для меченосцев можно добавить морскую соль из расчета 1 столовая ложка на 10 литров. Кормление. В кормлении неприхотливы. Можно давать практически любые корма. Циклоп, дафния, трубочник, мотыль, каретра, промышленные корма в соответствии с размером рыб, а также овощи, но перед подачей обязательно обработайте кипятком. Встречал случаи, когда меченосцы оставались без ухода еды чуть больше 7 дней и при этом не просто выжили, но и оставались в превосходной форме. Меченосцы являются мирными обитателями и могут уживаться с другими видами рыб, не проявляющим агрессии. При этом в редких случаях попадаются особи, задиры, не дающие покоя как своему виду, так и другим видам рыб. Разведение. Про этих рыб можно сказать так. Плодятся как кролики. Причем в вашей помощи они совсем не нуждаются. Единственное, что вы можете сделать, так это отсадить будущую маму в отсадник или в отдельный аквариум. Так вы сохраните большее количество малышей. Помните, что соседи и сами родители могут принимать детенышей за корм. Меченосцы являются живородящими рыбками. После того, как самка разбухнет, нужно подождать около полутора месяцев до появления потомства. Если вдруг в вашем аквариуме расплодятся меченосцы с лихвой, ни в коем случае не спускайте их в унитаз. Отдайте их в ближайший зоомагазин, где продаются рыбки. Я уверен, что у вас их с огромным удовольствием примут, тем более, если вы скажете о том, что это мальки меченосца кои. На этом все, мои дорогие друзья. Спасибо вам за внимание, ставьте лайки вверх, а я с вами попрощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал.